Со слезами на глазах, но с верой в лучшее, семьи провожают своих мужчин, которые отправляются на защиту Родины. В городском округе Щелково, как и по всей стране, продолжается частичная мобилизация. Граждан призывают вооруженные силы Российской Федерации. Напомним, что в первую очередь призыву подлежат граждане, которые владеют следующими военными специальностями. Это стрелки, танкисты, артиллеристы, механики и водители. В Щелковский военкомат в основном пришли по повестке, но некоторые решили стать добровольцами. Призывники поделились, как поддерживают бодрый настрой. Ну, конечно, страх он всегда есть. Дух поддерживать боевой, со служивцами общаться. Ну, это, наверное, самое важное. Не надо бояться служить, надо защищать Родину. Война не страшная штука. Самое страшное – это разлука с домом. Надо все равно как-то сделать выдержку и перебороть в себе, и все-таки сделать правильный выбор в жизни. Это, наверное, чтобы наши родные и близкие всегда были в надежности, потому что без этого жизни нету. Перед тем, как мобилизованные сели в автобус и отправились в путь, батюшка пожелал им силы воли и крепости духа. С благословением и пожеланиями скорее вернуться домой. 46 человек из Щелково, Лосино-Петровского, Фрианова и Фрязино отправились на защиту своей страны. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.